Производство хмеля в республике выходит на новый уровень. Этому во многом способствует республиканская программа, в которую вошли все точки роста уникальной культуры. Выращиванием и частичной переработкой зеленого золота в республике занимаются 5 предприятий. Свои опытные плантации есть у Чувашского аграрного университета. Получен патент на цивильский хмель, подтверждающий исключительное место его произрастания. Официальный статус способствует продвижению продукта на рынке, защите его от недобросовестных производителей. В перспективе ежегодный прирост хмеля должен составлять не менее 10%.